Вред и побочные эффекты L-карнитина. Последние десятилетия культивируется мода на красивое тело. Для того, чтобы остаться стройными, нарастить мышечную массу и избавиться от излишков жира, применяют не только физические нагрузки, но и добавки, ускоряющие метаболические процессы. Однако, из самых популярных – карнитин. Прием препарата в безопасной дозе не вреден для здоровья, но злоупотребление может привести к печальным последствиям, как и любое лекарственное средство имеет L-карнитин, противопоказания и побочные действия. Вещество самостоятельно синтезируется в организме из двух аминокислот – метионина и лизина – в печени, мозге и почках. Поступает с продуктами питания – молоком и красным мясом. После 15 лет в организме не наблюдается недостатка этого вещества. Получаемый из естественных источников L-карнитин не несет вреда для здоровья. Но синтетические средства не настолько безвредны. Поэтому необходимо помнить, что L-карнитин имеет противопоказания и обладает побочными действиями. Ожидаемый эффект от использования L-карнитина для усиления обмена веществ и переработки излишков жира в энергию может оказаться минимальным, если он не подкреплен физическими нагрузками. А вот вред от употребления L-карнитина можно получить, если не советоваться с врачами. При консультации с медиками вы сможете выяснить, какие противопоказания имеет L-карнитин. Есть ли у вас нарушения, при которых принесет L-карнитин вред, индивидуальная непереносимость препарата, заболевание почек, нахождение на гемодиализе, период вынашивания и вскармливания младенца из-за недостаточной информации о том, вредно ли вещество для развития плода, эпилептические припадки в анамнезе, сахарный диабет, триметиламонурия, заболевание, при котором не происходит расщепление в печени карнитина до оксида азота, триметиламина. От человека исходит специфический рыбный запах. Ишемическая болезнь сердца, атеросклероз, конечный продукт расщепления карнитина в организме влияет на активность холестерина, повышает его уровень в крови. Противопоказаний и побочных действий от использования L-карнитина не очень много. Отнестись к рекомендациям врачей необходимо серьезно. Побочные эффекты от применения L-карнитина могут быть заметны не сразу. Проявление побочных действий L-карнитина особенно заметно при употреблении высоких доз. Диспептические явления, боли в области желудка, тошнота, неприятный привкус во рту, жидкий стул. Эти признаки возникают при приеме препарата в виде таблеток. Возникновение аллергических реакций, нарушение со стороны нервной системы, связанные с повышенной возбудимостью. Если принимать таблетки во второй половине дня, возможно бессонница, появление судорог, увеличение количества припадков у больных эпилепсией, возникновение мышечной слабости при сопутствующей уремии, заболевании почек, при котором увеличивается уровень азота, мочевой кислоты, аммиака и других метаболитов. Неожиданный побочный эффект от L-карнитина могут получить желающие быстро сбросить вес. Вместо похудения возможен обратный результат. Вещество обладает свойством усиливать аппетит, поэтому применяется для лечения анорексии. Поэтому рекомендуют безуглеводную диету, дробное питание. После физических упражнений перед едой необходимо выдержать паузу не менее 2 часов. Внимание! Побочные эффекты от применения L-карнитина могут усилиться при одновременном употреблении слепоевой кислотой, которая повышает его действие. Аллергические реакции, повышенную чувствительность организма к различным провоцирующим факторам называют аллергией. В ответ на воздействие аллергена активизируются тучные клетки и базофилы, которые приводят к воспалительному ответу, проявляющемуся различными симптомами. Вред от применения L-карнитина может выражаться в виде местной аллергической реакции, отека слизистой оболочки, носовых ходов, красноты, болевого синдрома, отека конъюнктива глаза, боли и понижения слуха из-за нарушения дренажной системы евстахиевой трубы, отека верхних дыхательных путей, одышки, приступа астмы, головной боли, высыпания на кожных покровах с преимущественной локализацией на локтевых сгибах и животе, стоматита. Существует опасность возникновения перекрестной аллергии в анамнезе, в которых наблюдалась повышенная чувствительность к молоку, белку и яйцам. В таких случаях реакции могут быть более тяжелыми в виде анафилактического шока. Передозировка препаратов с L-карнитином явление редкое. Чаще возникает синдром отмены у спортсменов, длительно принимающих добавку в высоких дозах. После отмены в организме нарушается выработка собственного карнитина, поэтому рекомендуется курсовой прием. Симптомы. Вред от избытка L-карнитина проявляется симптомами. Повышенным выделением пота, неприятным рыбным запахом изо рта, физиологических выделений, повышенной возбудимостью нервной системы, раздражительностью, нарушением сна, диспептическими проявлениями, тошнотой, рвотой, болями в желудке, жидким стулом, тахикардией, увеличением артериального давления, гипертермией, последствия передозировки, нарушение сердечной деятельности, атеросклероз сосудов, появление судорожного синдрома, набор массы
тела вследствие нарушения пищевого поведения, нервные расстройства, нарушение синтеза собственного L-карнитина. Причин, по которым может быть нанесен вред избыткам L-карнитина, несколько. Высокая концентрация препарата может возникнуть при однократном приеме большого количества добавки. В такие ситуации попадают маленькие дети, не понимающие опасности. Вторая причина – длительное применение в высоких дозах, в результате чего возникает накопительный эффект. Тем, кто не занимается спортом, рекомендуют прием не более 2 граммов в день. При активных тренировках допускается употребление от 3 до 6 граммов в день. Важно! Прием более 6 граммов в сутки может привести к передозировке. В случаях острого отравления препаратом необходимо принять следующие меры. Промыть желудок большим количеством теплой воды. Вызвать рвоту нажатием на корень языка. Дать адсорбирующие вещества. Обратиться за помощью в медицинские учреждения. В качестве профилактического мероприятия необходимо обеспечить правильные условия хранения лекарств в доме, где есть маленькие дети. Доступ к препаратам должен быть ограничен. При избытке, возникшем из-за длительного приема высоких доз, необходимо прекратить прием препарата. Ограничить употребление белка. Обратиться за консультацией к специалисту. Для того, чтобы избежать подобных ситуаций, нужно соблюдать рекомендации специалистов по дозам применяемого средства. Внимательно следите за сроками годности и условиями хранения препаратов. Перед использованием изучайте инструкцию по его применению. Существует много спорных мнений об эффективности препаратов, содержащих L-карнитин. Одни признают, что в качестве дополнительного стимулирования процессов обмена веществ он эффективен. Другие отрицают его полезные свойства. Если у вас был опыт применения L-карнитина, делитесь своим мнением. Полезные свойства вещества не ограничиваются воздействием на массу тела. Это и стимулирование интеллектуальной активности, и усиление работы иммунной системы, и окисление жиров, и помощь в выведении токсинов печенью. Для того, чтобы прием этой добавки приносил пользу, необходимо обязательно консультироваться с врачом перед его применением. Понравилось видео? Ставь лайк, подпишись на канал. До новых встреч, друзья!